Добрый день. Меня зовут Елизавета, но сегодня я представляю картину «Мицеви Арт». Выпала такая уникальная возможность представить восхитительную ведьму. Восхитительная ведьма, ну, сами понимаете, что ведьма – это что-то такое. Испокон веков считали, что это очень что-то страшное, и таких женщин казнили, таких женщин считали наделенными опасными магическими способностями, и их клеймили ведьмами. Их, как правило, калечили или безжалостно сжигали на инквизиции. Вот. Так ведьмы стали окончательно самыми страшными женщинами, которые есть в тогдашнем мире. Вот. Но на сегодняшний момент ведьма – это проницательная, умная женщина. И вот художница хотела представить эту картину как женщина, которая знает все, ведает все, что это успешная женщина. Такая женщина может сделать все и даже более. И к таким женщинам, как правило, уже тянутся люди, и они обречены на успех. Конечно, их преследует наверняка зависть, но тем не менее главный посыл картины, что если женщина ведает, она должна верить в себя и продолжать свой путь.